Хельга спрашивает меня: «Мама, что происходит?» Я говорю: «Они снимают кино?» Мы играем спектакль о том, насколько вообще для актера возможно близко подойти к настолько серьезным историческим личностям. Возможно ли вообще понять, возможно ли вообще оправдать их поступки, их решения? Ну, моя задача здесь в том, чтобы озвучивать, как озвучивает актер озвучки. Все сложилось именно так. Единственное, что, наверное, не предполагали мы с Соней, второй человек, который тоже озвучивает спектакль, что мы будем задействованы тоже немного как актеры, которые попадают вот в эту вот ситуацию спора с режиссером там и так далее. Ну давай, расскажи про Геббельса что-нибудь, расскажи про него как про персонаж. Надо сначала посмотреть спектакль, чтобы понять, про что он. То есть он про актрису, про актеров, которые репетируют роли. Чтобы сыграть, любые артисты должны в себе что-то найти. И иногда это столкновение драматическое или трагическое. Фюрер хочет вас видеть. Фрау Геббельс.